Привет, друзья! Привет! Сегодня мы будем снимать реакцию на наши старые видео. Если честно, мы их не смотрели перед видео. Вот, и поэтому это будет наша живая реакция. Надеюсь, что вам понравится. И мы посмеемся над нашими старыми видео. Ну что, поехали! Ребят, и первое видео, которое я нашла вместе с Ксюшей, потому что все остальные были почему-то без Ксюши. Гимнастика. Как правильно научиться вставать на мостик стоя? Сейчас здесь грустный смайлик. Ну ладно. Не научились, похоже. Всем привет! С вами Юля и Ксюша. И я вас рада приветствовать на нашем канале Диарегиос. И в этом выпуске, в 11 выпуске, я бы хотела вам такой показать, потом мы там его скоро видео смотрели. Так, всем привет, друзья, мы сегодня посмотрим. И вот такой очень писклявый голос у меня вообще. Неужели у меня такой писклявый голос был? Мне сразу такое ощущение, когда взяли и видео в два раза ускорили. Так, такое ощущение, он писклявый такой. Мне интересно, сколько нам тут лет? Мне такая, ну ты 6 лет, а мне... Хоть 6, ты чё? Я канал создала в 9. Какой мне 6? Математика элементарная. А что за мостик? Это не мостик, это просто убийство какое-то. Почему я вообще не делаю? Я бы сказала, что, потому что я не умею, то было бы лучше. У меня сколько? И в этом мне поможет Ксюша. Да! Да! Детский сад. Она поможет. Вот, Ксюша, ты поможешь мне? Да! Ксюш, ты поможешь? Да! Да, я всегда тебе помогу. Конечно, я всегда отвечаю да. Да! Как же это было наиграно? Чего мы раньше не... Ой, Юля, ты быстрее, я быстрее. Это Юля такая. Что за дурацкий петух? Я не помню. Ксюша, таких еще шаровары с такими вот ножичками. Вот таких вот шароварах. Вот, а это кто? Мне же 6 лет было. Мне вообще 6 лет было тут, я помню. И могла бы мне такая сильная была. И все, знаете, одним просто отрезком. Вот так, знаете, взяли, привет, друзья, и вот так прям с поршняком вот так. И все, и с поршняком сняли. Вот так взяли и сняли с поршняком. Ничего страшного. Ну, вообще нормально, без всяких нарезков, без всего, сейчас нормально. Взяли одним кадром, все сняли. В одном кадре и рассказали, и попрыгали, и показали, и рассказали. Да. Вот видно, у меня сейчас длинные волосы, вот 8 лет. Вот не могла я цветокоррекцию сделать, но не могла я. Надо было серым экраном. А вот если мне было тут 6 лет, значит у меня короткая была. Вот так. Ненавижу короткие волосы. Я такая, что, полежала, такая, а да ладно, что видео снимать, зачем? Просто скажу пока. Чего, Ксюша, такое лицо было? Надо сказать, мы смотрели ровно. Чего? И носки тянулись. 6 лет. Я помню, мне было 6 лет. Следующий элемент называется полукольцо. Полукольцо. И что, это, походу, я на месте придумала, ребят. Полукольцо, это вот так, наверное. Это вообще, какое полукольцо? Ё-моё. Это я, ребят, на месте придумала. Такая, думаю, как же его назвать? Полукольцо назову. Так всё. Ну, сейчас посмотрим, может, это правда полукольцо. А, да. Это полукольцо. Вот так вот останется 10 секунд. Полукольцо. Полукольцо. Ну, как бы это типа колесо, только не замкнутое. Я еле-еле типа, Следующий элемент. Такой типа ту-ду-ду-ду-ду, скользоночка. Вот мне было 6 лет. И при всем при этом носки должны тянуться. При всем при этом, носки должны тянуться. А сама делала с такими стопами. Лаптями. Следующий элемент называется перекатушка. Перекатушка. Делаем перекатушку вот как. А вот так то есть. Звук вообще нифига не слышно, потому что микрофона тогда у нас сейчас не было. И мы снимали на другую камеру. Она такая, знаете, такая ручная была. Она такая вот серая снимала. Вы делаете вот так вот. Пытайтесь делать вот так.
Зачем? У меня такое ощущение, как на полу какие-то волосы валяются обрезанные после стрижки. Это провод! От лампы! О, это вот этот же провод от лампы, я только что заметила. А вот там как будто волосы валяются. Не пойму. Вон, видишь, там полосочка. Я так плюхнулась. И ноги должны обязательно быть прямые. И натянутые. И дальше после этого вы делаете вот так вот. То есть так вот раскачивать. Ё-моё. Когда мы уже начали... Ксю, посмотрите на Ксюшу, это просто мучение. Я лучше делала. Сейчас я плохо делаю. Видите, вы касаетесь ногами. Ксюшка, знаете, бревно такое. Я как-то делаю. Ксюша, короче, фальшивая. Она хоть и сейчас на гимнастике фальшивит. Не думает, что она и раньше. Она такая, знаете, на гимнастике такая сидит, такая вообще ничего не делает. Да раньше она тоже так делала. Я уже делала ноги. Почему ты вот так делаешь? Почему? Это, Ксюша, это просто... Хочу посмотреть опять на этот ужасный мостик. Хотя не все так ужасно, когда я размялась. Походу, стоит делать хуже. Что я там делаю? О, Ксюша вообще сидит на заднем плане, знаете, зевает такая. Нормально вообще просто. Я сижу такой. Сижу, да. Юля, ты же... А вот так там сидит такая. Так, вообще на заднем плане. Короче, я... Юля, только... Я на диван залезу, что я делаю? И парень пускает двери. И слезла. Все же, типа, там что-то получилось. Ты хоть видишь, как себя со стороны как ты делаешь? Ты сейчас так же делаешь. Да нет. Встать. Когда вы сделали себя уверенным, то попробуйте встать. Почему он на коленник? Если вы... Смотри, что я там сижу. Если вы... И камера такая поднимает все одним куском, как я раньше сказала. А что меня не видно? Любого предмета. Вот там снежинки считать здесь. Какие снежинки? Это я сама тоже придумала, ребят. Просто по ходу видео. Наш блочет. Как-то это все жодно. Все секреты. Дальше попробуйте сделать хвостик с пола. Самое главное и самое... Нет, другое самое главное. Вот. Что это он делает? Так, пошла, нет, не нужно мне. Вы не сможете сделать. Вот. А нет. Я как бы имею в виду Ксюш на заднем плане. Такая статка. Не забудьте выпрямлять руки, чтобы руки были обязательно прямые. Не руки назад отводите, а сгинайтесь на спине. Я упала. Меня удивляет то, что я одним кадром все снимала. Как у меня в голосе помещалось, что запоминать надо? Я просто отдохнула, чтобы... Когда получше научились... Я такая, нормально вообще. Сначала делайте... Куда я уползла? Нельзя было... И почему я уползла? Поэтому куда-то уползла. А как же сделать стоя? У каждого... Он всегда, ребят, у Ксюши по традиции всегда зевает на видео. Она всегда зевает на видео. Я помню, когда дневник тоже. Ребят, кстати, никто не смотрел. Моё самое старое видео, там, где я показывала Ксюше дневник. Да-да-да, Ксюша тоже там зевала. Ксюша просто традиция зевать на видео. Ну, конечно. А у тебя какая традиция? Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пишите в комментариях. Всем пока. Пока-пока. Что со мной было? И спасибо, что смотрите нас. Такие узорчики. Что это такое было? Короче, просто трэш, ребят.
Короче, ребят, если вы хотите еще реакции на наши старые видео, то ставьте лайк под этим видео. Если под этим видео наберется 150 лайков, то тогда я сниму вторую часть реакции на мои видео. И напишите звук в комментариях, следующую реакцию мне снимать с Ксюшей или без Ксюши. Напишите звук. Со мной. Всегда со мной. Мелодин, привет. Ребят, и по старой доброй традиции не забудьте подписываться на канал, ставить лайки и теперь уж нажимать на колокольчик, чтобы первыми узнавать о наших новых видео. Точнее, о моих новых видео. Ну, всем пока. Всех люблю. Пока-пока. Ребят, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы первыми узнавать о моих новых видео. Все, пока.